Здравствуйте! Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Хочу с вами поговорить об эмоциях и о конкуренции. Сколько раз вы жалели о том, что вы делали на эмоциях? Вспомните. Ведь именно эмоциональные решения стоили вам денег, репутации, отношений, карьеры, работы. Кому-то это стоит здоровья. Люди теряют не само физическое здоровье. Они переключаются, не могут работать, уходят в ипохондрию, во внимание за собственным здоровьем, теряют карьеру, отношения и качество жизни. Эмоции – это то, что нами всеми движет. Эмоции – это то состояние, которое вы называете настроением, ресурсностью. А как же они образуются? Ваши эмоциональные реакции очень примитивны. В глубоком детстве вы учите несколько паттернов, по которым потом всю жизнь и будете ходить. Вы просто этого не замечаете. Научиться управлять своими эмоциями, научиться выбирать свою реакцию, минуя детские защиты, и есть личностный рост. Все вы слышали слово «личностный, мать его, рост». А что это такое? Так вот, я вам скажу. Личностный рост – это тогда, когда индивид из невротических детских защит, регрессивных защит, переходит во взрослые формы защитных механизмов. Иными словами, Эдипов треугольник должен быть закончен. Пока не закончена Эдипова проблематика, будь то мальчик, будь то девочка, какой бы он взрослый или она ни была, вы будете обижаться, злиться и вести себя как маленький ребенок. Но думаете, что вы взрослый. На самом деле научиться управлять своими эмоциями, поведением и повзрослеть не очень сложно. Есть определенные механизмы, комбинаторики, коучинг и философия, которые вы должны руководствоваться. То, что я сейчас вам рассказал, условно можно назвать белой частью эмоционального интеллекта, когда вы учитесь управлять собой, учитесь управлять своим выбором, учитесь так называемой стрессоустойчивости. Вы изучаете свои уязвимости, переводите незрелые невротические защиты во взрослую компенсаторику. Это очень важно. Администрация президента, политики, президенты стран сталкиваются ежедневно с огромным количеством дел и ответственности. При этом спят, едят, размножаются и управляют вами. А вам стоит попасть в череду нескольких событий, вы уже рушитесь. Так как же не разрушиться? Как же научиться держать лицо и эмоциональный удар? Этому я вас научу на нашем курсе «Черное и белое эмоционального интеллекта». Но это не все. Огромное количество людей жаждет оказаться на вашем месте, увести твоего парня, твоего мужа, вашу должность, чтобы вы опозорились, потеряли лицо. Огромное количество людей спят и видят, чтобы вывести вас на эмоции, потому что на эмоциях вы будете вести себя как идиот. Угу. Именно. Принимать неверные решения, платить в 3 раза больше, вас можно поиметь по полной программе. И это черная часть эмоционального интеллекта. Это те навыки, которым будет уделено очень много внимания на программе. Мы должны будем изучить слабые стороны наших врагов, изучить слабые стороны людского поведения и эмоций в целом. Не для того, чтобы их сломать или причинить им вред принципиально, для того, чтобы дать отпор. Вы должны понимать, как работают принципы конкуренции между подружками, женщинами, мужчинами. Если вы хотите получить от мужчины шубу, вы должны знать, что там все очень просто. Если вы хотите дать отпор ревностным подругам, вы должны знать, что там все очень несложно. Эдипова проблематика очень несложная. Но чтобы учиться управлять эдиповой проблематикой, вы должны знать, как работают люди, как они чинятся и как они ломаются.
принципе, обладая этими знаниями, вы можете создать такую схему, чтобы положить в отделение неврозов ваших оппонентов. Будете вы это делать или нет, решать лично вам. Но я бы хотел, чтобы вы могли вскрывать манипуляции, видеть их, предвосхищать и давать очень быстро сдачи, чтобы больше никто на вас не позарился. Достигали своих целей, отстаивали свои должности, защищали свою семью и свое ментальное здоровье. На какой вы стороне и чем воспользуетесь вы, решать вам. Я свой ход сделал, а вы –